Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Виктория. Сегодня давайте сделаем общий расклад, будет ли примирение с вашим мужчиной. Загадайте мужчину, произнесите его имя и поехали! Сегодня будет 4 варианта ответа. Прислушайтесь к вашей интуиции. Что вам говорит ваша интуиция? Первый вариант, второй вариант, третий вариант, четвертый вариант. Загадывайте. Смотрим первый вариант. Как же ваш мужчина к вам относится? А вы знаете, ваш мужчина любит вас. Вы для него как ясно солнышко. Вы, я бы даже сказала, он вас опекает как ребенка. Вы для него маленькая девочка. Он как кубковый король выпал. Он переполнен просто любовью к вам. Он хочет быть вместе, и вы, конечно же, обязательно будете вместе. Второй вариант. Мужчина довольно активный, энергичный, страстный. Я бы сказала, он пойдет на пролом. Он будет идти к своей цели, ну, как говорят, по трупам пойдет к своей цели. Так, будет ли... Конечно же, будет примирение, он сам придет к вам. И в довольно скором времени он придет. У него ностальгия за вами, он скучает. Он очень сильно, девочки, скучает за вами. Он приедет. Он сам приедет к вам, возможно, даже с подарком приедет к вам. Это будет неожиданно. Очень хорошая карта. Третий вариант. Мужчина весь в грусти, в печали и тоске. Вы ему разбили сердце. Посмотрите, как сильно вы разбили ему сердце. Он и хотел бы, он хотел бы возобновить эти отношения, но ему очень больно, до такой степени больно. Вы посмотрите, все карты негативные выпали. Я думаю, с этим мужчиной вряд ли будет у вас примирение. Он настолько замкнулся, он, я бы сказала, даже он впал в депрессию, этот мужчина. И четвертый вариант смотрим. Вас он видит как меркантильную женщину. Женщину, которая любит деньги, материальные блага. Так. Но почему-то он из себя строит жертву. От этого мужчины вы ушли, но он строит из себя жертву. Он считает, что он ничего уже не сможет сделать в этой ситуации, что у него руки связаны, он связан просто по рукам и ногам. Он не знает, что ему делать. Он считает, что у него недостаточно денег для вас. Посмотрите, вы для него просто как далекая-далекая звезда. Что он для вас, ну, как бы никто и ничто. Он вас просто недостоин. То есть с этим мужчиной, хорошо, давайте уточним еще. Видите, он считает, что вы любите деньги. Он считает, что все-таки, скорее всего, он недостоин вас. Он хочет, видите, он хочет семьи. Он хочет быть с вами. Но он считает, что вы от него отвернулись, что вы очень сильно любите деньги, а потому, и вы, он считает вас почему-то манипулятором. Он считает, что вы не манипулируете и что вам нужны только деньги. Хотя, в принципе, он хочет быть с вами. Он не прочь был бы быть с вами, но особо ничего он делать не будет. Вот такие, девочки, были 4 варианта. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, делитесь с друзьями, пишите в комментариях, какие еще вопросы вас интересуют. Я постараюсь вам помочь рассмотреть все ваши вопросы, все ваши пожелания.
Конечно же, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно, я буду вам благодарна. И до новых встреч! Дальше будет много интересного.